Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Одну из управляющих компаний Кирова могут оштрафовать за невнимание к состоянию балконов. Штраф составит 125 тысяч рублей, говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры. Проверку, во время которой установили факты ненадлежащего содержания и ремонта балконов многоквартирных домов номер 72 и 134 по улице Свободы, провела прокуратура Первомайского района Кирова. При осмотре зданий были выявлены разрушение балконных плит с оголением металлической арматуры. Согласно жилищному кодексу, управляющая организация обязана выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества. Поэтому в отношении компании Управление жилищного хозяйства возбудили административное производство, а впоследствии было принято решение о штрафе. В законную силу оно пока не вступило. Дайджест недвижимости. Условия проживания в доме номер 36 по улице Рейдовой проверит Следственный комитет. Кировское управление ведомства начало проверку по фактам публикаций в СМИ. Журналисты сообщили, что в здании 1953 года постройки проваливается пол в кухне. Отсутствуют розетки, нет ни горячей, ни холодной воды. В доме проживают порядка 100 человек, 18 из них – дети. Жители дома обращались в администрацию района, но результатов не последовало, поскольку дом признан пригодным для проживания. Его износ составляет всего 30%. В настоящее время следователи проверяют изложенные в публикациях СМИ факты. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Дайджест недвижимости. Частный дом в России можно приобрести за 5 с небольшим миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», изучившие объявление о продаже жилья в 78 регионах страны. В июне средняя цена частного дома составила 5 миллионов 300 тысяч рублей. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Дороже всего недвижимость стоит традиционно в Москве и Подмосковье – 24,5 и 19 миллионов рублей. Самые дешевые частные дома – в Курганской области. Там их средняя стоимость составляет 1 миллион 700 тысяч. Эксперты отмечают, что цены на недвижимость за год упали в 51 регионе России. Зато в Карелии, Калужской и Вологодской областях зафиксировали рост. Частные дома прибавили в цене почти 4%. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.